Председатель Комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству Андрей Клишес в интервью информагентству РИА Новости заявил, что удары международной коалиции во главе с США по сирийской раке, в результате которых погибли 78 граждан, являются грубым нарушением суверенитета Сирийской Арабской Республики и норм международного права. По его словам, законное правительство страны уже неоднократно обращало внимание международного сообщества на нарушение суверенитета государства со стороны США и их союзников. Но все, в том числе и правозащитные организации, предпочитают не замечать того, что действия коалиции только сеют страдания людей. Хаос и препятствуют восстановлению суверенитета законного правительства Сирии на всей территории страны. В свою очередь в Пентагоне по обыкновению отказались комментировать сообщения о гибели мирных граждан в Сирии. В оборонном ведомстве США уверены, что коалиция проводит заслуживающие доверия оценки по сообщениям об инцидентах. Тем не менее, в результате систематических авиаударов в коалиции в Сирии только за последний месяц погибло около 300 мирных жителей.